выплыли из бухточки, выплыли. Так вот красиво, такой вот вид. Это я уже катаюсь на другой яхточке. Там второй этаж, можно поспать прям. Прикольная такая яхточка. Тут уже синий парус. Мы будем домой ехать, уже почти солнышко сядет, да? Ну, почти не сядет еще. Красота какая! Красиво! Что? Что? Что ты говоришь? Далеко от берега, что? Не помогаешь. Я 2 дня назад плавала, но на другой яхте тоже. Но мы закаты видели до 9 часов, на час позже. Намного быстрее, и волны такие были, я там чуть не это. Мы прям по волнам. Да. Потом натанцевались на яхте. А это другая совсем. Там не было второго этажа, там были матрасы. Можно было на матрасы ложиться в купальниках. И так, они прям, ну, крутая. Прям если хотите, вот другую яхточку там у них тоже классно. Мне так понравилось, что я вот еще решила. И дельфины к нам подплыли прям рядом с нами. А вот все круто. Ух ты, одна за одной. Ну, одна и та же, да? В смысле одна? Ну, в смысле... Ну, ставрида, да. Да, ставридка идет. А так, если рыбы хотите поесть нормально, офигенный вечер, можешь коротать там. Угу. Совершенно, совершенно верно. Где можно покушать? Хижина рыбака. А я в рыбачок хожу, покупаю все. Не, а вот рыба. Она не продают, уже сами они готовят, рыба вся. Ой, она еще одна. Продают они утром, а вечером на мангале готовят. Вот, Олег. Это туда, в конец, да, идти? В конец, на набережную идти. Да. Там офигенное меню у них. Круто, а я спрашиваю, говорю, а у нас тут рыбу не готовят? Не, он молодец, хорошую кухню. Да, да. Меня только вот рыбочка интересует. Я тут вообще ничего не ем. Очень вкусная, только рыбку. Что... Сами готовят. Круто. Так что рекомендую. Если здоровье набраться по рыбе, то все. А здесь вот то, что продают, вот эти вот. Рыбачок, типа на рыночке месяц. Армяшки, вот это все. Ага. Да. Они, во-первых, девчонки замороженные. Это еще что рыба может быть поймана назад. Потом офигеть! С этим жутким а говорят, делом, свеженькая, свеженькая. Ого! Боже, а крючки-то голые! Как они их хватают, я не пойму. По несколько крючков. Вот кот счастливый. Да, это коту будет. Ой, как красиво! Конечно, видео вот это вот не передается. Красоту вот эту! Ой-ой-ой.
Как мы переворачиваемся. Красота просто невероятная. Это просто не передать. Ой, мы наклоняемся так, смотрите, прям. Ой. Вон, смотрите, как яхточка. Интересно, какого года? Вот это? Да. 86-го. О, как я почти. Как я, ничего себе. Моя хорошая. Они, которые сейчас делают уже не то, да? Все равно. Любимая ваша, да? Ой. Ну, по крайней мере, как я шторма на ней проходил. А вы тоже местные, здесь родились на море, да? С детства, наверное, с родителями, да? Ну, на, я имею в виду, вот так вот на яхте. Отец 3 годика взял в море. Ой, класс. А так в ветклуб пошел с 11 лет. Ну, вообще тоже, 11 лет, блин. 41 круто. Год в море. Ого! 41 год в море? Ого, вам сколько лет? Я бы вам не дала столько! Что вы едите? Вы так молодо выглядите. Рыбу, рыбу, рыбу. Рыбу, и, солнце. И горами дышу, Кавказом. Я нормально, без позитивной медики. Горным воздухом. И, слава богу, благодарен на эту работу, что мне приходится бухать. А, бухать не приходится? Не, ну а что, представьте, каждый предлагает. Вот выходишь в море, каждый со своим спиртным, ну да. Это мы сегодня, вам повезло, да? Ну я просто вообще не пью. Нет, вот так представь, в каком режиме проработать лето, когда постоянно наливают. Ну да, пей, да пей. Вот ты сможешь потом все. Это уже выбор ты делаешь. Все же такие, да, вот это вот отдыхают. И люди все такие, да? Да, ну давайте расслабляйтесь с нами за компанию, да? Ой, знаю, знаю таких приставучих. Вот не понимают даже они, что... Классная у вас работа! Кайф! Жизнь в кайф! Вот что называется. Да, маленький? Он маленький, говорит, ага. Точно, подтвердил. Да? Малыш. Ой, улыбаешься, да? Улыбаешься? Первая твоя поездка, да? Первый раз с тобой Запоминай, будешь потом говорить, ой, мамочка, я помню. Да, ты улыбаешься так, да? О, класс, представляешь? Ой, мы опять наклоняемся. А есть же такие вот яхты, которые сложные в управлении очень. Они же все разные, пора. Или как это как в машине тоже все равно, да? Ой. Тоже права нужны, как и на машине, да, на этом судьбе. Ой, вообще. Твой мир. Я на любую яхту. Я себе не помню. Могу моторными управлять, могу парусами. Могу хоть по трассе закрутить. Кругом спасатель. Какой красивый. Завтра будет, да. Я надеюсь, море теплое. Тоже и погодка классная. Все, надо на море переезжать жить. А что, у вас тут квартиры, говорят, там 1 200 000? Реально? Сейчас ценники подросли. Вот у нас тоже.
вообще просто нереально выросли. А так вообще многие очень люди, которые вот у меня 20-15 лет назад катались на яхте, приезжают каждый год, я говорю, ну что, как там Москва, не все попереехали, вот так вот один раз приехали, да, и все. Я вот тоже, прям море это мое. Я процентов 50, они уже стали местными. Ну еще не обязательно, может, в этом месте, а вообще на море. Девочки, там факт. Просьба, жилеты. Жилеты? Да. Все, выключаем. Смотрите, а там прям кровать. Спать, это такое яхта, которая ходит на ночь.